Начинаем выпуск срочных сообщений из финского города Турку. Там неизвестный мужчина на улице набросился на прохожих с ножом. Он успел убить одного и ранить еще нескольких человек, прежде чем подоспевшие полицейские открыли огонь и прострелили ему ногу. После этого нападавшего удалось схватить. Сейчас следователи выясняют его мотивы, чтобы понять, идет ли речь о теракте. А пока горожанам настоятельно рекомендуют избегать района, где произошло ЧП. Добавлю, что в последние дни меры безопасности усилены по всей Финляндии. Это связано с информацией о готовящихся терактах в стране.